Ого, надо сваливать. Они сюда к нам пришли. Мочи. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Крошка, крошка, фонтан, Миша. Скажите крутые слова, пацаны. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и мы скачали очень классную карту, которую мы записывали очень-очень давно, но набрала много просмотров, и вы хотели, чтобы мы еще записали серию, и мы ее записываем, потому что ее обновили, и теперь добавили столько много зомби, вы сейчас увидите, сколько их здесь будет. 3, 2, 1, начинается Мочилово. Карта очень классная, такая атмосферная, и здесь хороший скайбокс такой, ну и вообще прикольно сделано. На! О, это ты ударил. Это моя мачете, не бей никого. Да. Леша. Ты бить не умеешь. Сейчас гарпун. Я что, могу мачете кидать? А ну давайте проверим. Да, ты можешь кидать его. О. На. Офигеть. Так, подождите, должны еще вроде быть места, где они появляются. Я буду... По карте прогуляюсь, пусть пацаны постреляются. Пройдемся сюда, посмотрим. Кто у нас здесь? О, вот еще место, где они появляются. Отлично. И они сюда пришли. Да вы же мочите, отдайте мне. Ладно, пойдем назад. О, вот тут, кстати, их будет их много. Ребята, ну сейчас их будет все больше и больше. Слышь, ты дурак, что ли? Ого. Пацаны вообще разошлись, дробаши используют. Давайте мы тоже дробовичок возьмем. А я кота вам только. Ой, это гранатомет нам не... Или это тоже? Нет, не будем гранатомет использовать. Давайте тогда другой гранатомет будем использовать. Так, кто тут еще у нас? А ну иди сюда, Бармалей. Чвяк. А то он втыкается в него, а потом взрывается, получается? Ну да. В голову. И сейчас взрыв будет, смотрите. Ощуметь. Люблю этот гранатомет. О, бензопила серии СМ2, ребята. Я тоже хочу эту пилу взять. Она очень... А нет, давайте сначала возьмем звездный меч. Звездный лорд. Офигеть. Блин, крутой меч. Вот это классная серия, где мы можем просто оторваться и использовать любое оружие, которое мы хотим. А ну иди сюда, конченые зомби. Напополам. Вот это мощь. Карта оптимизирована, очень сделана, так все круто. Такие такие нычки есть. Вот так можно просто наклонять меч и все, оно разрубает их, смотрите. Ты дурак, что ли? Ой, ножки оторвались, ничего страшного. Ой, починим. Красота. Можно что, вот так просто стоять, они сами будут умирать? Давайте проверим. А нет, 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 нет. Осторожно! Да осторожно, меч же острый очень. О, я могу прыгать. Подождите, мы же можем какие-то использовать возможности у нас еще. О! Нет, давайте лучше молния. Мне кажется, это поярче будет. О, круто вообще. Разрубал. Вот дурак, смотрите, сам напрыгнул на меч, видели? Так, а что это бочка? Взрывать мы не хотим. Это, короче, красным подсвечивается, что я могу дамажить. Или на мне будет дамажиться. Да-да-да, вот так вот. Сила. Сила, просто силища. Ну чё, иди сюда. А, мне надо пополнить жизни, кстати, у меня 40 хп. Побежали, пройдемся. Ой, они еще тут заспавнились. Немножко темноватая карта, ну, в этом и есть смысл. Чтобы немножечко стрёмно было. Так, еще лекаемся. Кто там плюется? Ты дурак, что ли? А, это ты! Харькунец! Я не блююсь этой какахой. Так, что у нас это? У нас что, это щит есть? А, не, отталкивать. Воу! Давайте зомби поотталкиваем. Сейчас у меня пополнится мана. Пополняется. Идемте на свет, то там темновато немножко. Так, давайте здесь проверим. О нет, даже если сверлить острым мечом из Звездных войн.
О, прикол. Смотрите, как можно стекло раздофигачить здесь. Так, что у нас тут? Тут, кстати, на карте разбросано все. Я думал, тут будут патрончики или что-то такое. Ого, другие зомби пошли. Да? Да. Ой, быстрее. Так это же хорошо. Кстати, получается, тут как волны идут или что? Или зависимо, сколько мы убили, да? Ого, он сильный. Так, звездный меч, иди сюда. Что, вообще перепутал что-то? Надо просто ниже наклоняться. Ребята, зачисточка идет. Просто красота. Вот это им отрубываю. Их вообще просто много. Их толпы тут. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, не получится так, пацаны. Я не такой, как они. Я добрее их. На тебе. Звездный в меч. Рулит. Воу, вы видели, что я сделал? Я же не знал, что так можно. Ребята, ну что, сейчас набираем энергию и выходим к ним. Воу, растворил его просто. Так, бежим, 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 бежим. Так, у нас еще есть прыжок. Сейчас мы с тобой поговорим. Вот так пойдет. Слышу, 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 бегут. Растворился. Ты дурак, что ли? Я вообще псих. Полная, полная. Мы можем теперь в толпу зайти. Раз быстрые зомби пошли, пора показать, кто здесь батя. Дверь не открывается? Нет. Пополняемся до полного. Ты дурак, что ли? Сам себя наказал. Красиво. Так, давайте мы возьмем другое оружие. Ну, прям, знаете, какое-то вообще мощное. О! Отлично. Что, не взорвалось? О, так они что, идут на сам этот меч? Вот, блин, прикольно, что этот... О, блин, а что, этот меч можно как-то выбросить? Прикольно. Так, там вообще мочилово жестко идет. Берем бомбу. Пошел отсюда, тварь. О, вот так будет с каждым быстрым зомби. А, кто у нас тут еще? Ну, лови, фашист, гранату. Слышь, ты... Ну, как-то так. В голову. Это было красиво. Так, надо поярче оружие какое-то взять. Например, вот такое вот. Привет. Как дела? Ну, быстрые зомби реально напрягают, да, чуть-чуть? Они прям такие мощные. И быстро атакуют. По головам, ребята. Не, так не пойдет, ребята. Я же тоже не пальцем стреляю. А ногой. Просто расчвякиваем, ребята, бошки всем. Ребята, зажал. Просто зажал все, что было в обойме. А было нормально. 300 патронов вроде риск. Кто меня за жопу кусает? Вот такой у нас есть. О, а если мы возьмем, вот так зайдем в Звездные войны, где вот этот меч у нас... И создать с помощью инструмента. А может его... Так, подожди. Я думал, можно его как-то... А как меч выкидывать, вы не знаете? Нет. Он только закрывается. Я его просто на полу лежал у чувака. Может, надо умереть? А ну пусть меня убьют. Будет меч лежать? Просто интересно. А ему пока вот так просто. А если мах... А если крутиться? Просто крутимся. Смотрим, что будет. Не подойдут. Ого! А что это за читерство такое? Какое? Горящее все. Вот так вот разрубал. Ну иди сюда. Ого!
У тебя дудка какая-то. Ну. Всем хп, пусть уже добивают. Кто там меня добьет? Зомбачичи, зомбачачили. Да вы жесткие. А, не, меч сложился. Так, хорошо. У нас есть еще, может, нет, снайперка это сильно банально. О! Сейчас проверим, как она взрывается, если что, если выйдет много очень штук. Проверяем. Ну так, пойдет. Вот это вообще будет яркий вариант. Так, это можно себя, короче, вообще огородить с разных сторон, и никто не... Ого, вот идиот. Сам себя убил. Ого, я вижу, на гранат накидал. Давай, короче, будем защищаться здесь, в здании. Пацаны, давайте там, где мы на спауне появились, будем здесь защищаться. Проверим, сколько мы продержимся. Будет прикольно обороняться до последнего. А ну, можно стекло выбить? А нет, тут не выбивается стекло. Ого, они там бегут все. Пацаны, давайте, я вас прикрою. Прикрываю, пацаны, до последнего. А что ж такое расстояние большое, а? Ну мы тут появляемся все равно. Отлично, кидаем. Отлично. Так, кидаю туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж я идиот такой, а? О, зато никто не подойдет. Повыше кинем туда аж. О, отлично, ребят. Ого, что это было? Не знаю, сейчас я буду поджигать людей. Как я их буду поджигать? На. Валь. Офигеть, давай я тоже возьму огнемет. Хочу тоже, ребята, огнеметушкой поработать. Так, 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 так. А ну-ка, твали, тварь. О. Кто у нас тут? Слышь, ты откуда вылезла, чучело? Ого, обгоревший трупейшн. Ребята, погнали, ждем. Просто ждем. Ты чё не сдыхаешь? А давайте вот так сделаем. О, отлично, отлично. Ты должен уже был сдохнуть. Вот это у нас тут мясо, ребята, творится. Не-не-не-не-не-не-не, я, короче, свалю. Это прям как для меня какая-то большая сложность очень. О, я нашел кое-что. Ой-ой-ой-ой-ой, это там мощное оружие. Мы с тобой одинаковое об оружии, да, подумали? Ты тоже его взял? Я чуть-чуть раньше. То есть на левую кнопку мыши вообще жирно фигачит. Ого! Ну, обстоятельства, я понял. Ну что, мы легко выживаем или нет? Я понимаю. Пойдет? Так, зайдем вовнутрь и все, я тут буду пока стоять. На всякий случай. Что у нас там? Ого, они его растерзали. Я вспомнил, мне надо сюда. Они сюда, интересно, зайдут. И быстрые зомби, и вот эти штуковины, я забыл, как их зовут уже. Он зашел. Ого, надо сваливать. Они сюда к нам пришли! Мочи до последнего. Ого, лупанул нашего. Еще идут, еще идут. Он и ждет. О, я ломил. Офигеть, давайте выходим, выходим, выходим. Убить, еще убить. Есть? Всех убили? Да. Вон еще бегут на нафиг. Тихо, 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 тихо. Ай, застрял, ай, застрял. Ого, здесь трупейшнов. Так, я буду стоять здесь обороняться. Я просто вижу, что там вообще жестко все. Где они, где они, где они? Ого, они там все ломают. Слышь, тварь! Мочи, мочи, мочи его! Давай, давай, давай. Отлично, отлично, ребята. Вот еще один! Ай-яй-яй-яй-яй, на 24... Хотя, блин, сейчас еще пару подачи и все. Мочи, мочи, мочи. Ого. Сдохни, тварь. Ого, и слюнями меня обосрал. Нормалы, нормалы. Чё, всех убили?
Нет-нет-нет, вот еще один бегает горящий. Офигеть. Пили его. Ай-яй-яй-яй-яй, еще зомби здесь. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.